позволяют играть так соперники. Робиньо. А вот здесь начинается уже плотная более игра. Кевин Брис, вот это падает через ногу Лихштайнера. И решение Андреа Гервасони. Желтая карточка и 11-метровый удар. Вот так. Очень здорово сыграл Кевин Принс Буатен. Потрясающе сыграл. Смотрите, он пробросил мяч одним движением. Носочком правой бутсы в одну сторону от Лихштайнера. А сам устремился в другую сторону. Лихштайнер просто не успел переложиться здесь. Он не имел такой взрывной скорости. Он не сумел так взорваться в работе с мячом. Робиньо против Марко Сторари. Оглушительный свист. Мало он влияет на бразильца внешне. Посмотрим, насколько в действительности влияет. Марко Сторари! Марко Сторари! Вот так начинается большой итальянский футбольный сезон. Робиньо не справился с этой миссией. Он был предсказуем для голкипера. Блестящая игра вратаря.